Всем добрейшего времени суток, с вами Горыныч, и в этом видео давайте поговорим об управлении подписками. Ну, это о тех каналах, на которые вы подписаны. У меня, кстати, складывается очень стойкое ощущение, что большинство народа, которые, например, на мое видео подписаны, они как бы не знают о такой функции, как... В том случае, если я добавляю новое видео, им на email, на их электронную почту приходит сообщение от службы YouTube Service. Там говорится, что вот вы подписаны на такой-то канал, и тот, на кого вы подписаны, только что добавил это видео. Каким образом включить эту функцию? Ну, понятно, что это не для продвинутых пользователей, для тех, кто этого не знает. Итак, перед вами экран браузера. Вы заходите на ваш канал, то есть, ну, который вы создали. Ну, у вас тут может вообще ничего не быть, у вас тут может быть и ни картинок никаких, ничего. Но вот то, что вы на что-то подписались, всегда будет здесь. Вот здесь. И вот есть такая интересная кнопочка управления подписками. Нажимаете на нее. И вот перед вами во всей красе предстают ваши подписки. Те каналы, на которые вы подписались, которые вам интересны. Для того, чтобы вам на электронную почту приходило сообщение о добавлении нового видео с определенного канала, вы из этого списка... Ну, он у меня достаточно короткий, ну, у кого-то очень длинный. Вы выбираете какой-то из каналов. Ну, например, я не знаю, вот Дмитрий Юрьевич Пучкова. И вот здесь вот ставите галочку. Она у меня здесь стоит. Вот, видите? Сообщать мне о новых добавленных видео. То есть, как только вы ставите эту галочку, служба YouTube будет знать, что при добавлении Дмитрием Юрьевичем Пучковым нового видео вам на мыло скинется сообщение, и вы будете в курсе самых последних новостей. Вот вроде бы и все, что я хотел сказать. С вами был Горыныч. Всем спасибо за просмотры. Всем счастливо. Не забывайте ставить галочки. Пока.